и на Яковлева. А это правда, что вы любите и смотрели шоу «Маска»? Конечно. И у вас есть там любимый персонаж, который все время без маски. Да, это ведущий. Конечно. К сожалению, не я. Нет, не вы. Но к счастью, это потрясающий человек, который сегодня пришел вас поддержать. Встречайте, Вячеслав Макаров. Спустился с неба. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые жюри, зрители. Здравствуйте, Диана, здравствуйте, Неваляшка, Единорог, Пряник Яковлевич, здравствуйте, Хамелеон, мое почтение. Наконец-то мы все вместе, без масок. Инна Яковлевна, вы знаете, мне безумно приятно с вами познакомиться, потому что, когда я читал вашу биографию, у меня было ощущение, что я читаю биографии абсолютно разных людей. И я преклоняюсь перед тем, какой вы невероятной силы человек. Вы очень любите посещать театры, музеи, концерты. Да. Мне кажется, сегодня это состоялось, но сегодня необычный концерт. Сегодня вы не в качестве зрителя, а в качестве артиста. В качестве звезды, я бы сказал. И вы знаете, поскольку у нас сегодня концерт, у меня к вам есть предложение, если вы не будете против, дуэтом исполнить этот прекрасный романс. Друзья, давайте представим, что мы на уютной музыкальной кухне все вместе поем этот прекрасный романс. Начнем? Если будете подпевать, мы будем счастливы. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Все аплодисменты вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Слава, спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Вячеслав Макаров, ваши аплодисменты. Спасибо вам огромное. Спасибо. Удачи, здоровья. Мы вас любим и говорим вам, вы... И начало симфонии.